Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки-ниндзя-легенды. Ну что, забираем с тобой ежедневные награды. Раз, два. Так, и больше всего меня интересует, где мы с тобой находимся. Лига мастеров 2 звезды. Так, друзья мои, сегодня у нас последний шанс. Да, так как сегодня воскресенье, завтра уже будет понедельник. Нам нужно занимать топовое место. И проблема в том, что у меня мало долларов, я не смогу себе достаточное количество купить откатов. Единственное, что есть еще за рекламу 10 штук. Но нам нужно здесь как минимум сколько? Откатов 25, может быть даже 30. Твою налево. Блин. Два дня, ребят, два дня я не мог играть, потому что работа, я не заходил. И вот очнулся уже на выходном, на коротеньком, на своем. Так, ладно, давай попробуем, начнем как-нибудь. Как-нибудь начнем. Так, 17.23. Ну ладно, поехали. Так, берем Супер Шреддера. Так, Усаги, подожди пока. И вместе с ним пойдет, наверное, у меня Зэк. Вот они вдвоем пойдут. Твою налево. Не знаю, как мы будем успевать брать сегодня топовое место. Но это нужно сделать. Ладно, 10 откатов там, и там 20, в общем. И тут 9, 29. Надеюсь, что у нас хватит все-таки. Давай попробуем. Все зависит от того, как мы будем с тобой продвигаться. Если по 10 ступенек, то будет все норм. Если меньше, то боюсь, что ничего не получится. Давай, Супер Шреддер. Отлично. Сплинтер у нас упадет. Так, прекрасно, двигаемся дальше. Сейчас посмотрим, у нас какая 91-я была, да, позиция. Сейчас, надеюсь, будет... Ну, как минимум 81-я. Ну-ка. А, 92-я. Сейчас глянем. 81-я, отлично. Тут мы с тобой пролетели 11 ступенек. Вот если такой темп у нас сохранится, то все будет хорошо. И хотелось бы, конечно, получить не 17-23, а 17-24. Но что-то мне подсказывает, они не будут мне это давать. 16-22, они только меньше могут тебе дать, прикинь, а выше никак. Ладно, хорошо, давай попробуем еще раз. Так, берем опять же Супер Шреддера. Беру Леонардо здесь. Тут меня, знаешь, что смущает? Карайка. Блин, у Карайки очень такая серьезная инициатива, поэтому нам, наверное, придется взять где-то вот отсюда 60-х, чтобы их не уложила она. Она же будет 100% бросать свои кунаи. Ну-ка посмотрим, так, тут Леонардо еще и Майки. Так, Супер Шреддер заходит. Ну, в принципе, очень даже хорошо, ребята, смотрите сами. Постепенный урон висит на всех, так что не в любом случае двинули бы кони. Так, ну что, а мы двигаемся дальше и смотрим, какая позиция была. 81-я, надеюсь, сейчас будет, ну, 70-я хотя бы. Так... 71-я, все-таки 10. Здесь 10 ступенек мы пролетели. Ладно, пока не будем расстраиваться. Так, Супер Шреддер возвращаем. Берем сюда, наверное, теперь Усаги. Перелетаем. Так, раз, два, три. Ну, в этой команде понятно, да? Тут 100% будет разбор. Никто ей не помешает. Тут Супер Шреддер и Усаги. Так что разбомбят только Шорох. Поехали. Так, Усаги выбегает. Начинает психовать. Ну и, соответственно... Ага. Ну, видишь, у него, ребята, удар был. Постепенный урон только на одного наложился. Или на двух максимум. Но тут уже главный результат. Завалили, и черт с ними. Двигаемся дальше. Так, была 71-я. Должна быть 60-я. Ну, дайте 60-ю. Вот, здесь, короче, 10-11 ступенек у нас идет пролет. Блин, дайте мне 17-24, ну что у меня все 17-23? Во, есть. Так, поехали. Супер Шреддер, здесь возьмем Армагона. Ну, Шреддер, Армагон, понятно все, да? Это неубиваемая команда. Самая топовая, которая может быть у нас в игре. Так, Бакстер. Пит, ну понятно все, поехали. Сейчас многие упадут здесь. Отлично. Ну и конечно же Армагон делает добивку. Прекрасно.
Прекрасный результат, ребята, двигаемся дальше. Было 60-е, надеюсь, будет 50-е. Блин, ну все равно как-то медленно. По 10 ступеней вроде проходим, да? Но медленно, и я тебе скажу, что откаты у меня кончились. О, придется идти в магазин за откатами. Что ж, покупаем 250 бакинских, тратим с тобой на 10 откатов. А в любом случае, ребят, придется и эти откаты тратить, которые купили, и те, которые мы еще посмотрим за рекламу. Другого здесь варианта нету. Так, подожди, у нас же еще задание не выполнено. Че я? Тут же тоже мы получаем. Вот, 5 откатов уже, да? 5 откатов. Это уже 15 будет. Так, слушай, ну тогда... Тогда, возможно, хватит. Ладно, давай сделаем быстренько с тобой вот эти все ежедневки. Так, бесплатно откроем с тобой колоду. Нам выпадает... Кто это у нас такой? Чуть не узнаю. А, Карайка. Караечка. Наградочку забрали. Дальше у нас поднять уровень персонажа. Сколько у нас мутагена? 24 тысячи. Угу. Мы кого с тобой прокачиваем здесь? Донателло, что ли? Навыки. Так, 82 уровень у Дони становится. Забираем награды. Так, сразиться в боях. В боях. Давай серию испытаний быстренько пробежим. Кстати, серию испытаний уже можно будет в ближайшие дни проходить полностью, я имею в виду. Тут осталось шиш да не шиша, буквально там, наверное, боев 8. Я думаю, что, наверное, завтра мы с тобой этим делом и займемся. Так, ну что, понеслась душа в рай? Ну хорош, хорош, хорош. Буянят они здесь. На тебе. Так, нам бы хильнуться, наверное, да? Давай-ка я сделаю отхил на супер шредера. Постепенный. Так, теперь укус. Ага, не добили. Теперь минус. Саблезуб что-то выпендривается. На тебе. Да что ж такое-то? Не можем пробить саблезуба, прикинь. Все, он упал. Но зато мои бойцы прокачались. Отхилялись. Так, ну здесь понятно. Здесь начнем, наверное. Блин, нейтрализатор не пробить. У него пониженная атака. Ага, минус. А здесь сделаем таким вот образом. Так, дальше выпускаем. Давай маузеров выпустим, чтобы быстрее с ними покончить. Пробьем. Пробили. И остается Джастин. Все, друзья. Серия испытаний у нас пройдена. Так, это соответственные очки и откаты. Так, и остается нам найти только лишь элементы, да? Забираем. Сразиться, сразиться. Поехали. Мы кого прокачиваем с собой? По-моему, Дони до сих пор еще. Хотя Дони... Блин, ребята, вот я тупанул-то, а. Нам же нужно прокачивать Донателло Космос до 70 уровня. Чё-то я не то начал делать. Ёк-макарёк. Ладно. А для того, чтобы прокачать нам до 4 ступени Супер Робо Мега Отряд 5, нам нужно еще 4 ячейки Крэнга. Поехали. Микроскоп, это все не то. Вот, одна есть. Одну ячейку мы с тобой нашли. Вторая выпала, шикарно. Третья. И последнюю, пожалуйста, дайте мне. Дайте мне последнюю ячейку. Вот она, все, ребята. Прокачиваем до 4 ступени. Шик, блеск. Вау. Тут тоже, ребята, можно прокачать. Тут надо только лишь найти 12 вот этих вот знаков автомобильных номеров. Раз. Два. Три. Упс, кончилось. Три, так, четыре. Четыре. Пять. Шесть. Семь. У меня пиццы-то хватит. Восемь. Девять. 10. Да ёк-макарёк, 10. 11 и последний. Последний, ребята. 12 есть. Есть, есть, есть такое дело. Нифига себе, 12 500 нужно. Да, у меня не хватает, ребят. Не хватает мутагена. Ладно, забираем здесь награды. Вот так вот. Ну и продолжаем с тобой поединки. Ну что, 15 откатов — это неплохо. Так, давайте ко мне опять 17-24. Не надо уже идти
как говорится, давать заднюю. Ой-ой-ой-ой, там майки. Хотя, ладно, попробуем. Видишь, майки, вот он. Надеюсь, мы его все-таки по инициативе переборем. Ну, я не уверен, конечно, что сделает это Армагон, но Супер Шреддер должен его опередить. Да не то, что он должен, он это и сделает. Но вот упадет ли он? Вот этот вопрос меня больше интересует. Так, ему крышка, отлично. Там не только ему, там двое сразу упало. Двое горячих парней, у которых была офигенная инициатива. Ну, наш, как говорится, Супер Шреддер нас не подвел, поэтому он постепенно урон повесил на всех. И самые быстрые отдуплились в первую очередь. Так, мы с собой переходим на... на 41-ю позицию, 49-я. Это всего лишь 8 ступенек мы перепрыгнули. А почему так мало-то? Почему так мало мы с тобой прошли? Так, подожди, давай-ка мы, наверное, не будем сейчас делать. Возьмем Бакстера. Угу, Бакстера. А так, так и вот так. Ой-ой-ой, наверное, зря я так сделал. Ну, попробуем. Попробуем своими силенками. Ну, Супер Шреддер, это понятно, сейчас заходит. Тут нам главное уничтожить Рафаэля. Угу. А, мы вот так вот даже. Слушай, ну у Бакстера на 100-м уровне, посмотри, насколько выросла инициатива. Раньше он всегда ходил последним. Ну, как последним, где-то там вторым, третьим, даже четвертым бывало. А сейчас он стал ходить вторым после Супер Шреддера. Да, но это и понятно, потому что он 100-й уровень. А те ребята вообще не успели сходить, да? Хм. Так, 31-й. Что-то вообще медленно пошли мы с тобой. Вообще медленно. Так, Супер Шреддер. Да подожди ты, Ванька. Так, так. И вот так. Блин, горелый. Ладно, предположим, еще 10. Боюсь, не хватит нам. Если вот так вот медленно сейчас будут у нас идти продвижения, мы даже 10 ступенек не берем за бой. Вот в чем беда-то. Нам как бы нужно чуть-чуть бустоваться, а у нас не получается. Так, тихо, надо вырубать нам Дони. Так, этот минус. И здесь тоже должен быть минус. Отлично. Так, сейчас посмотрим, куда мы перейдем. Точнее, даже не то, что перейдем, а сколько нам дадут ступенек пройти. 31-я была позиция, становится... О, становится 15-й, друзья мои. Это, считай, мы с тобой... Сколько? 16? Ну да. 16 ступенек пролетели. Вот не понимаю, ребятка, от чего это все зависит. Иногда можем 8-4 там ступенек пройти, а иногда от 10 до 15. Причем вообще не напрягаясь. Хм. Это только в плюс для нас, по крайней мере. Так, ну что, тут уже, я смотрю, 78-е, да? Уровни почти 80-ники. Команду, конечно, я взял не особо хорошую. Ну давай, Супер Шреддер. А, конечно. Тогда делаем уклоняшку. Уклонение, чтобы по нам фиг попали. Теперь делаем супер атаку. Прекрасно. Ох, ничего себе, друзья мои. В первый раз вижу, чтобы вот так вот четверо упало за раз. Хотя, кого я обманываю? Я видел, когда все падали. Да чтоб тебе. Давай подожжем. Эй-эй-эй-эй. Ну ладно, постепенный урон убил. Можно было бы, конечно, и ракетами забомбить их, но фиг с ним. Так, пойдем посмотрим. 15-я позиция была. И становится 7-я. Тут мы почему-то пролетели 8 ступенек. Так, ребят, я, наверное, все-таки... Нет, давай еще. Давай еще сыграем поединочек. Хотел уже просто пойти посмотреть, чтобы, как говорится, не отвлекаться потом уже в будущем. Вот, 17-24. Здесь уже, ну, сам понимаешь, придется брать по полной программе. Так, так, так. Поехали. Фу. Супер Шреддер, да, значит, у нас и Рафаэль. Вот на них вся надежда. Так, бомбим. Опс, а вот здесь вот хуже, ребята. Хуже мы сыграли. Хотя, подожди, сейчас может быть... Угу. Так, этих мы разбомбили. У этих постепенный урон, поэтому давай мы с тобой сделаем супер атаку.
Отлично. В принципе, они должны отдуплиться. Хотя, может быть, мы и так добьем их. Есть. Слушай, ну справились, как ни странно. Я думал, что кто-то успеет все-таки тут брыкнуться на нас. Ну, а тут получилось только лишь спринтер контратакой своей бомбил. Ну что, да, мы переходим с вами в Лигу Мастеров. Позиция у нас 94-я, и вот это уже, ребята, стартовый шаг у нас идет для нашего, как говорится, финала. Берем с тобой тогда, не будем уже тут экономить. Будем брать по два персонажа, сам знаешь каких, да? Так, если нам, грубо говоря, придется пройти 8, да, 8 умножаем на 2, это уже 16 откатов нужно. Если что-то пойдет не так, ну, предположим, даже по 10 боев, это получается 20 откатов. У нас десятка еще есть в запасе, как ты помнишь. Слушай, ну должно тогда, получается, нам хватить. Я имею в виду, чтобы мы уже... Хотя завтра, вот я тебе говорю, завтра мы... Зайдем, нас скинут, но с трех звезд, наверное, не сбросят, скорее всего. Так, ну что, 7 откатов плюс там 10, 17. Так, мы не укладываемся с тобой. Ну ладно, будем надеяться, что у нас, как это сказать-то, пойдет в лучшую всю сторону. То есть будут больше давать нам по прохождению ступенек. Не как 8, 5 и 6, а 10, 11, там может быть 13, 15. Хотя это очень редко такое получается. Сам не знаю, с чем это связано. Так, здесь неплохо. Хотя, если смотреть, что урок, кстати, здоровья еще полным-полно. Вот, всех ребят обманули. Хорошо, давайте теперь посмотрим. Была 92-я, да? Если по десятке будем сохранять темп... А, 82-я. Так, должна быть 72-я. О, тут 12 пролетели, отлично. Так, еще два поединка мы можем с тобой сделать пока, на данный момент. Так, Супер Шреддер плюс Армагон. Супер Шреддер плюс Армагон. Раз, два и три. Поехали. Так, ну здесь особо команда не отличается какой-то там, я не знаю, мощностью. Поэтому мы их быстренько должны разобрать. Опа, Баксер сразу отдуплился. Ну и следом все остальные. Так, а у нас еще там куча, по-моему, событий, которые мы с тобой не успели пройти, да? Они были открыты еще в пятницу. А я тебе уже говорил, что я два дня сюда не заходил. Ну, не было возможности, ребят. Так, и позиция у нас с тобой 58-я. О, как. 58-я. Ну что, давай тогда, наверное, возьмем вот эту вот командочку. Ну и опять же Супер Шреддер, опять же Армагон. И раз, два, три. Бойцов-то еще хватает, а вот с откатами плохо все. Ну давай, родной, погнали. Так, Армагоша добьет 100%. У них здоровье меньше половины, поэтому, да, падают они. Ну что, давай посмотрим. Хотя бы нам за полтинник перейти уже будет немножко попроще. Я думаю, что после полтинника нам должно хватить откатов. Ну, давай 45-ю. А, 47-я. Так, друзья мои, один откат. Естественно, я пошел. Кстати, надо посмотреть, что у нас тут по монетам. 87, понятно. По жетонам 295. Ясно. Ну что же, будем смотреть. Ну что, друзья, 11 откатов у меня есть. Но мне кажется, этого мало. Мне кажется, этого будет мало. Так, Супер Шреддер, Армагоши. Бойцов хватает, а вот с поединками будет, конечно, туговато. Так, поехали. У нас какая там 40... 40 какая-то позиция получается, да? Ну, если прикинуть даже по 10, это 4 поединка. А на 4 поединка нужно 8 откатов. Но это если взять, что все пойдет идеально. 8 откатов. Так, смотрим, что у нас получится. Да давай ты. Так, 36-я. Слушай,
36-я. У нас 9, это получается 4. Блин, не знаю даже. Вот вопрос, если сейчас игра мне подляночку подбросит, то ничего не получится. Ну, по крайней мере, не получится сегодня занять топовое место. Ладно, тогда возьмем завтра. Завтра еще будет у нас время. И мы с тобой попробуем тогда взять завтра топчик. Если сегодня чуть-чуть не хватит. Ну, с бакинскими сам видел, да? Вообще напряг полный. Все, что у нас было, мы потратили в тот раз с тобой, покупали телепорты 250 штук, в принципе, куда я большую часть денег-то и вложил. А здесь вот то, что осталось, мы с тобой потратили на 10 откатов, это 250 бакинских. Так что... Хотя, подожди, мы же с тобой проходили ежедневки. А, все равно не хватает у нас 154. Так, ну что, давай мне 25-ю. О, 23-ю. Слушай, возможно, мы правильной дорогой идем. Возможно. Так. Так. Раз, два, три. Отлично. Давай попробуем. Если 25-е, ну возьмем даже здесь десятку, это будет 14-я позиция и плюс еще один поединок. То есть три поединка как минимум нужно будет сыграть. Ну, на три боя нам с тобой хватит откатов, так что можно не переживать. Но если они сделают как в тот раз, вместо 10 дали всего лишь 4 ступеньки, то, понятное дело, не хватит нам ни ша. Так, смотрим. 13-я позиция, отлично. Очень даже хорошо, то есть еще 2 боя у нас остается. Поехали. Я не хочу другого брать, я не хочу, ребят, рисковать, фейлиться. Поэтому супер шреддер, естественно, с армагоном в пачке. Самый топчик это для нас. Так, пойдем смотреть. Пойдем смотреть, что у нас здесь получится. У Майки такой глаз. Глаз на выкат называется. Поехали. Так, и вот так. И они должны упасть, по идее. Отлично. Ну что же, давай посмотрим. Если будет как минимум сейчас 10. Ну, десятка, десятое место. Оу, даже будет какое? Да ладно, серьезно что ли? Прикинь, 13 ступенек мы с тобой пролетели. Ну что, друзья мои, отличный, отличный сегодня результат. Как раз на последний день недельки мы с тобой взяли Лигу Мастеров 3 звезды, топовое место. Ну, а теперь пойдем, зайдем в магазин. Ой, какой магазин-то? В испытание. Твою налево, у нас тут усиление технодрома было. Вау, а я забыл, ты прикинь. Я забыл, что у нас усиление технодрома, блин, ребята. Ну, в любом случае, я бы ничего не смог бы сделать, понимаешь? Ну, работа, ребята, никак, никак я не мог вырваться и попроходить, поиграть. Пофармить, блин, а такие недели, точнее, не недели, а именно вот такие вот события очень редкие. Именно на фарм, да. Обидно, мне так нужен крэнк, ё-моё, мне нужно очень много ДНК на него. И вот такой шанс просто профукать, ну, это непростительно на самом деле. Единственное, что я не могу понять, почему мне дали такую команду как-то... Разве такая же команда была у нас раньше? А, ну да, в принципе, черепашки и сплинтер. Мы потом с тобой из команды, насколько я помню, убирали сплинтера, да, и... По-моему, даже Дони убирали. Блин, вот здесь вот, конечно, будет возможность пофармить и Рокстеди, да, и Бибопа, но нам нужен с тобой крэнк. Но шанс его пофармить очень маленький. Очень маленький, потому что он там будет... Ну, там будет вся великолепная вот эта вот пятерка, по-моему, разыгрываться. Насколько я помню, это Бибоп, Рокстеди, Шреддер. Кто еще там? Крэнк. И... А кто же там еще-то у них? А, так, Бибоп, Рокстеди, Крэнк, Шреддер. И все. Четверо, что ли? Я почему-то думал, что пятерка какая-то у них там легендарная. Противников нет, оказывается, их четверо. Но все равно меня это нисколечко не успокаивает. Так как 2 дня, ребята, могли мы с вами фармить здесь. Уже за 2 дня хотя бы даже по 5-6 ДНК могли бы набивать на любого из персонажа, да? Это не включает только Крэнга, это еще и Рокстеди и Бибоп. Они тоже нам нужны. Особенно Бибопчик, потому что это единственный персонаж, который остался у меня в серебряном ранге. То есть ему давно уже надо быть в золотом. А потом, сам понимаешь, еще сколько нам нужно будет собирать ДНК, чтобы их перевести в платиновый.
Ну, Майки, ну зачем ты вот эти свои пляски, танцы сейчас делаешь? Здесь можно было вообще проходить, не напрягаясь. Так, четвертая волна, и это у нас Технодром. Сейчас мы его с одного удара разнесли. Так, отлично, мы с тобой получаем ДНК на Рокстеди, да? По-моему, на Рокстеди. Так, отлично. Двигаемся здесь. Здесь у нас ДНК на классического Шреддера будет разыгрываться. Одна штучка. Почему вот на таких редких событиях и нужных дают всего лишь там 1-2 ДНК, да? А бывает вот, когда просто проходишь какие-то там, ну, ненужные тебе, там по 2, по 3 ДНК можно даже получить. Ну, немножко несправедливо, да? На редких персонажей очень маленько дают, очень мало дают ДНК на розыгрыш. Так, ладушки. Донни здесь делает защиту, как ты видишь. Майки убивает Маузера. Так, минус клан Футовец. Так, отлично, Рафаэль. Тут разошелся, бро, смотри. Одного за другим. Так, Сплинтер уничтожил мусорное ведро. Так, двигаемся дальше, смотрим. Тут у нас, как обычно, Бибоп, Рокстеди, Маузеры и два клан Футовца. Так, по Рокстеди неплохо звезданули. Майки, зачем ты со своим танцем? Что ты... Не угомонишься. Я, кстати, ни разу не видел, чтобы Майки, именно этот наш, как говорится, искусственный интеллект и, да, применял дымовую бомбочку. Хоть бы раз он это сделал. Такого я не видел. Так. Ну и зачем ты берешь-то провокацию здесь, ё-моё, на этой клешне? Так, переходим с тобой на второй этаж. Ну и, понятное дело, мы ее сейчас быстренько тут запинаем. Чух. Не получилось ни шиша. Во! Только про бомбочку, ребят, сказал. И он ее сделал, прикинь. Майки. Так, отлично. Запинали мы, короче, с тобой этот технодром ватный. И двигаемся дальше. Супер Шреддера. Ой, супер Шреддера. ДНК на Шреддера мы получили, на классического. Ага. И два Кренга. Здесь Кренг разыгрывается. Одно ДНК. И, по-моему... Так, я думаю, что пока хватит там. Или все-таки... Не, давай уберем, наверное, отсюда Сплинтера. Потому что противник имеет 75 уровень. И буду я сам играть. Ну что, понеслась. Уклоняшку пока не будем с собой тратить. Она нам пригодится. Вертушку я пока, наверное, тоже не буду применять. Ну, незачем. Тут 6 волн. Воу. Вроде еще как бы не последний этап, а уже 6 волн. Успокойтесь вы, а. Поехали. Так, минус Маузер. Если что, химнуться обязательно успеем. Пробили. Так, ну что, бежим на вторую волну. Кстати, узнаешь, он там была в стене. Та самая буровая установка, которая в одной из игры Черепашек-ниндзя, когда она пробурила землю, оттуда вылез у нас кто? По-моему, Рокстеди, да? Вышел из этой установки и начал бомбить. И вот одна из них стояла сейчас только что, когда мы с тобой появились первой локации. Так, ладно. Минус Маузер. Так, уничтожили. Блин, я уже, ребят, сомневаюсь, выйдет ли в этом году у нас с вами месть Шреддера. Игра, новая игра про Ниндзя Черепашек, которая есть в Стиме. Что-то мне подсказывает, что она ни шиша в этом году не выйдет. Потому что никаких новостей пока вообще нету. Хоть бы демочку подкинули или еще что-нибудь в этом роде. Так, зачем я на Маузера потратил свой супер удар? Скажи вот мне на милость. Тихо, 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 зеленая эта кожа. Куда бежишь? Ну, как всегда, Донателло достается больше всего, потому что он самый слабенький из нашей команды. И, естественно, все шишки летят именно по нему. Да что ты такой, а? Непробиваемый носорог. Ну, если в кого он еще может бомбить? Конечно же, в Донни. Я говорю, Донателло тут, бедняга, будет получать звездюлей от всех. Так, это мы только на четвертую с тобой волну переходим. Ого-го. А, ну да, тут первый этаж будет, потом второй. Так, тихо. Отлично. Ударили. Как ты видишь, ничего нам не сделал, даже не пробил. Так, первый этаж зачищен. Переходим на второй.
Так, эта клешня немножко отличается. Давай, наверное, сделаем с тобой вот так вот. Уклонение массовое. Погнали. Тынс. Пробивной от Леонардо. Отлично. И переходим, вон они стоят, уже ждут меня. Привет, хлопцы. На тебе. Тут я, наверное, возьму провокацию на Рафаэля. Пускай пробует пробить. Плюс вертушка. А последний поединок у нас будет тот же самый, только еще потом мы пойдем с тобой наверх. Да, именно валить глаз этого технодрома. Всевидящее око. Все. Крэнк отдуплился. Прекрасно. Ну что, мы с тобой получаем здесь одну ДНК и возможность фармить этот этап. Окей. Ну и последний. Последний у нас вариант. Ну, как видишь, они абсолютно одинаковые, ребят. Что эпизод 4, что эпизод 5. Абсолютно один в один по фарму. То есть Крэнк и классический Шреддер. Да, ну и ценник, конечно, тоже, ребята. Сам видишь. Десятку, 10 сыра на одну попытку вытянуть нужного персонажа. Дорого, дорого, ничего не скажешь. Блин, вот здесь вот знаешь, в чем проблема? Что у нас Донателло 82 уровня всего лишь. А враги уже 80-го. Блин, может быть, не надо было мне его брать. Так, начинается вот у них вот этот бзик. А что у нас? Блин, что у нас вот это вот делает? По-моему, я не могу на себя повесить бафы, насколько я помню, да? Ну, хильнуться же я, по-моему, могу. Хиляется... Запрет на отхил у нас по-другому немножко выглядит. Сердечко перечеркнутое. По-моему, так. Ну и тут у нас 7 волн, как ты видишь. Вон она, эта буровая звонка была. Так, у нас... уклонение, я думаю, пока не стоит, ребят, тратить. Оно дальше нам еще пригодится. Так, бомбочка. Сделаем дополнительные щиты, чтобы нас не так уж быстро пробивали здесь. Минус. Кусает, кусает. Так, налево пошли. Да, вот лучше лево трогайте. Блин, зачем понижать атаку-то ему? Блин, а вот это уже плохо, ребят. У Донателло уже половина здоровья, поэтому нужно нам срочно применять лечение. Совсем другое дело. Погнали. Как же не хватает двойной атаки, если честно. Двойной атаки, которую нам дает с тобой кто? Естественно, Усаги. Так, добили мы этого кланфутовца. Консервная банка. Нет, не падает. Но Рафаэль очень, ребята, крут. В плане того, что он когда провокатор, он всем тычки раздает, когда получает урон, когда получает повреждение. Даже если урон по нему не проходит, все равно, ребята, он идет и добивает. Так, здесь, наверное, мы сделаем с тобой вот так вот в первую очередь. Маузер противник как бы нам не нужен. Отлично. Так, теперь уклонение по-прежнему брать не хочу, потому что есть возможность хильнуться у нас. Давай-ка сюрики запустим. Нормуль. Этому нифига мы у него сколько здоровья отняли. Так, не надо буянить. Пробивной. Нужно ли нам его делать? Нужно. Давай попробуем на бибопчика. Отлично, хорошо упал на задницу. Так, раз. Ну вот, как всегда, начинает прыгать на моего маленького Донателло. Так, слушай, надо его валить уже. На тебе. Донни, будь добр, а. Рафаэль. Отлично. Так, четвертая волна. Это у нас первый этаж Нектанрома. Ну, с первой клешней мы с собой справимся легко. Я даже не буду здесь тратить хил. Потому что она сама по себе легенькая. А вот второй этаж, да, второй этаж уже, наверное, придется. Так, хотя мне не нравится, сколько у Донателло здоровья уже. Ладно, попробуем своими силами добить. Так, опасно. Ладно, ребят, я все-таки хильну. Ну, нафиг искушать, как говорится, судьбу. И вовремя, вовремя я это сделал. Давай тогда уже и уклонение поставим. Потому что, ну, сам видишь, Донателло это, как говорится, для них мясо просто. Причем пушечное. Надо будет хильнуть его, если я успею на второй. Потому что эта клешня массовые атаки применяет. И Рафаэль. Фух, и Рафаэль у нас, давай, не сдержит все равно волну эту. Сколько отхил идет. Отличненько. Погнали. Пробивной. И добиваем эту клешню. Есть.
Так, ну что, дальше у нас идет, сам понимаешь, да? Вся вот эта великолепная четверка. Начнем. Так, вертушка мне нужна. Давай, Лео, не подведи, будь красавцем. Не то, чтобы я хотел. Только не надо хил делать. Оу-оу-оу, ничего. Так. Оу-оу. Ребята, у нас проблема. Провокация пока еще есть, но... Пу. Блин, не хотелось бы мне Донателло... Так, Кренга с удара. Ай-яй-яй-яй, тихо-тихо-тихо, Роксли. На кого он бежит? Только не на Донни. Твою ты... вот этого вообще не ожидал я. Прикинь. А глаз нас сейчас может уничтожить. Потому что обычно я всегда вешал уклонение. Он же сейчас начнет своими бластерами бомбить. Да-да-да-да-да, своими бластерами. Давай попробуем залечить раны. Ай-яй-яй, как... А почему так мало вы... Зашибись, ребят, ты посмотри, они... Так мало дали здоровья нам на Донателло, как будто я вовсе не лечил их. Зашибись. Так, смотри, понижение брони, понижение атаки делает. Окей. Твои налево какие-то... Я уже думал, сейчас игра вылетит. Ты видел, да? Немножко лагануло как бы. Что ж ты будешь делать? Блин, ребят, ну мы замочим этот глаз, но мы потеряли майки. Соответственно, мы с тобой фармить этот уровень не можем. Что-то я давненько так не фейлился, если честно. Вот кто-кто, ну почему майки-то упал? Самый наш юркий, как говорится, персонаж, и он сфейлился. Офигеть. Так, ну что? Подожди-ка, у нас же еще... Блин, у нас еще вот здесь вот платиновое есть. Блин, я не знаю, ребята, стоит ли мне проходить платину или все-таки попробовать здесь вот вытянуть. Давай рискнем. Ой, что я делаю? Давай рискнем. Еее, ребята, вот это да, вот это удача. Блин, и теперь мне почему-то стало вдвойне обиднее, потому что вот здесь можно было бы еще попыточку. Но ее нету. Тратить сыр, чтобы пройти идеально. Тратить сыр, чтобы пройти идеально. Здесь тоже, да, и Шреддер, и Рокстеди. А тут вообще вон Бибоп. Ай-яй-яй, даже не знаю, ну давай попробуем. Да что я все кликаю-то не туда, куда надо. Так, это осколки. Книжка какая-то. Бинокль. Да, и все получается. Так, сколько у нас там с тобой? 7 сыра. 7, вот здесь можно еще. Ну-ка. Да твою налево, ну. 30 жетонов. Нет, не получилось. Так, ребят, ну что? На этом можно, в принципе, заканчивать. Так, секундочку, у нас же... У нас с тобой есть... Так, мы хотели здесь, да? Прокачать ему до... Ага. 2000 улучшения. Хоп. Отлично. И поднимаем ему еще и уровень. 66. Еще немножечко 67. А там 3 уровня. И мы сможем прокачать ему до 6 ступени. Так, я не понял. А... Стоп. А куда мы потратили с тобой комиксы, извини меня, и ловушки для маузеров? Трындец. Ладно, успеем еще мы набить с тобой, еще время есть. Ну что, ребята, на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Мы не жалкие букашки, супер ниндзя черепашки, носим панцирь как рубашки, юные таланты. А вот и мы, здесь 4 ниндзя-черепахи. Твои кумиры от приема соперники в страхе. Наша квартира андеграунд, канализация. Мы пиццы-короли, срываем овации. Непобедимы мы, круче всех. Мутаген дал нам это в нем секрет. Из тени на свет, с нами делаешь шаг. Хорошие парни будут побеждать.
Леонардо, лидер команды, он первый среди нас, он талант из талантов. Донателло разберет и соберет механизмы. Рафаэль, ему не занимать харизмы. Микеланджело, он уникален. Если где-то вечеринка, значит там этот парень. Мастер спринтер обучил их всех умению драться, чтобы быть командой, зеленым братством. Мы не жалкие букашки, супер-ниндзя-черепашки. Носим панцирь, как рубашки, юные таланты.